Всем привет! Я только что проснулась. Вот видите, меня просто полнейший натюрель. Наверное, я еще очень-очень заспанно выгляжу. Только что проснулась, как я уже и сказала. И сегодня я решила снять влог. А по какой причине? Та-дам! И сегодня 9 декабря. И что же это значит? А это значит, что сегодня день моего рождения. Да-да. И именно вот сейчас, когда я проснулась, когда вы видели меня в первом кусочке видео, меня просто как будто бы осенило, если можно так выразиться, конечно. И мне пришла такая спонтаннейшая идея в голову заснять влог именно одного дня. То есть просто влог моего дня рождения, как я его провожу, что я делаю в этот день и так далее. Конечно же, сразу же хочу сказать, что все у меня, конечно же, не получится заснять, потому что там должны прийти родственники и так далее. Конечно же, они не захотят, чтобы я их снимала и уж тем более потом выкладывала в интернет. Вот, поэтому надеюсь на ваше понимание, что, конечно же, такие моменты я заснимать не буду. И не знаю вообще, насколько это все получится интересно или нет. Просто мне пришла такая идея, что мне захотелось вот просто выложить, так, то есть не выложить, ну, снять, а потом же, конечно же, выложить такой вот влог и показать, что же именно происходит в моё день рождения. Ну, сейчас я буду просыпаться вместе с вами. И давайте я вам покажу, какая сегодня погода. Погода вот такая, очень-очень какая-то мерзкая, непонятная. Мокрый снег и какие-то лужи. Не знаю, сколько градусов, но думаю, что, наверное, может быть, 0 градусов, где-то так. Ну, в общем-то, погода не очень-очень хорошая. Обычно на моё день рождения 9 декабря, ну, предыдущие годы погода меня радовала, то есть уже был снежок, а вот в этом году какая-то не очень хорошая погода. Вот, дорогие мои подписчики, вы видите просто чистейший эксклюзив. Я никогда в жизни не могла бы вообще своей подумать, что когда-либо я буду снимать себя на камеру, когда я только-только проснусь, даже еще не умылась, извините меня, за такие подробности не привела себя в порядок, не посетила душ, и вот в таком виде буду себя выставлять на всеобщее обозрение в интернет. Но почему бы и нет, почему бы не рискнуть, почему бы не попробовать, живем один раз, как говорится. Вот сейчас я в свой день рождения, настроение, если честно, по поводу настроения, настроение у меня, ну, такое, непонятное, то есть, с одной стороны, вроде как и есть какая-то радость, с другой стороны, как-то особо ее и нет, потому что окружающая обстановка не дает этой радости, еще и погода какая-то непонятная, ну, надеюсь, может быть, распогодится попозже, потому что сейчас очень рано, только 9 часов утра, я так рано уже проснулась, дома я одна, так уж получилось. Вот, потому что сегодня я не работаю, я взяла специально отпуск на неделю с 8 декабря, вот, и решила недельку отдохнуть, потому что у меня еще была неделя отпуска, и нужно было ее обязательно срочно взять, вот, не то чтобы срочно, но до конца этого года, ну вот я решила, что возьму ее именно в то время, когда будет мое день рождения. Вот, ну, сейчас я буду вставать, приводить себя в порядок, немножечко по завтраку. Ну, дальше не знаю, дальше посмотрим, что же я буду делать. Итак, что у нас по времени? Время у нас еще до сих пор очень рано, около 10 часов, ну, в общем-то, без 5-10. И я решила выпить. То есть не выпить, а немножко так позавтракать. Это сделала себе кофе. И вот такие бутербродики с лососевой икрой. Надеюсь, я смогла выговорить, а то у меня иногда бывает проблема с произношением. Не знаю, наверное, это из детства откуда-то идет. Наверное, вы замечали частенько на моих видео такое. Вот добавила в свой кофе вот эти вот штучки, да, зефиринки из фикс-прайса, как они называются, маршмеллоу или как-то так. В принципе, прикольно, действительно, потом со временем она растворяется и образует такую симпатичную пенку. В принципе, прикольно. Что хочу сказать? Конечно же, сейчас около 10, ну уже 10, можно сказать, часов.
Конечно же, несмотря на то, что я дома одна, конечно же, я, ну так уж получилось, потому что все-таки обстоятельства такие, да, но это не важно, речь не об этом. То, что, конечно же, я уже получила свои первые поздравления, и по телефону мне уже звонили друзья и родственники, и также, конечно же, в социальных сетях меня тоже поздравляли мои друзья, с которыми я, ну скажем так, не вижусь в реальной жизни. И, конечно же, мои подписчицы, я очень-очень благодарна, спасибо всем за поздравления. Я просто выкладывала, ну, наверное, где-то вечером 8-го выкладывала фотографию в Инстаграм и получила просто большое количество поздравлений с днем рождения. И мне очень приятно. Большое всем спасибо за это. Вот хочу вам показать букетики, которые у меня накопились к половине дня. Вот такой вот букетик. Я не знаю, к сожалению, как эти цветочки называются. Если знаете, то, пожалуйста, напишите. Такой вот открыточка. Да, это страшная цифра. Вот, и сейчас вам покажу замечательный букет, который мне подарил мой муж, за что ему огромное спасибо. Отлично поднял мне настроение. Вот такие вот красивые розочки. Их тут 25 штук. Очень-очень они красивые. Девчонки, сейчас мне пришлось, блин, быстро вылезти из машины. Мы хотели поехать в магазин, там кое-что докупить, но нам машина преградила дорогу. Ну, то есть стала машина, и мы не можем выехать. Люди не выходят. Вот, мне пришлось идти пешком, потому что курьер сказал, что уже приехал. Я там кое-что заказывала в Бершке. Лосина, если быть точнее. Вот курьер сказал то, что уже подъехал. И тут как раз недалеко от дома. И вот сейчас пришлось идти, чтобы забрать свою посылку, так как курьер стоит и ждет. Так что вот такой-то можно считать еще один подарок мне на день рождения. Пришел мой заказик, который я заказывала. Все. Отдал мне курьер мою посылочку. Вот она вот так выглядит. Бершка онлайн. Заказала лосины, по-моему, уже говорила. Не знаю, надеюсь, они мне подойдут. Никаких проблем не возникнет с этим. Скоро тут у нас откроется новый торговый центр с таким огромным экраном. По-моему, будет называться Европа Шоппинг Центр. Ну, прикольно, конечно. Тут будут разные всякие магазины. Ну, опять все вот эти уже, которые были, Остины, всякие там Кари и тому подобное. Но надеюсь, что будет что-то более интересное. Также Love Republic будет там открыт, но из других пока еще не знаю, что будет там интересненького. Но, в принципе, я думаю, там все самые основные магазины будут собраны, поэтому можно будет приезжать в один торговый центр и не мотаться по разным, и, в принципе, в одном все купить, что нужно. Мой подарочек. Не, нам надо, ну да, на это. Ну вот и все, я уже вернулась из магазина домой, уже успела посидеть с родственниками, получить их подарки. Подарки от родственников — это, конечно же, денежные подарки, подарки деньгами. Хотя не могу сказать, что это плохой подарок, деньги — это всегда хорошо. Если ты не знаешь, что подарить, подари деньги, и на эти деньги человек купит то, что ему нужно, и будет вспоминать о тебе, о том, кто подарил. Вот, поэтому родственнички уже мои пришли, то есть мы с ними уже посидели. Вот. И
Теперь я буду готовить праздничный, ну не то чтобы праздничный, ну там кое-что приготовлю, салатик. Вот, потому что вечером придет моя лучшая подружка. Я решила, если честно, Наташа, вы ее знаете, да? Я решила, если честно, как бы особо не праздновать, хотя я сначала думала, может быть, пойти с друзьями в кафе или еще что-то, но почему-то потом мне не захотелось, и вот как-то я до последнего дня думала, что не надо этого делать. Сегодня вот что-то как-то меня стукнуло в голову, думаю, наверное, все-таки нужно было отпраздновать с друзьями в кафе, но уже ничего не вернуть, ничего страшного, буду праздновать дома в очень-очень узком кругу. Также хотела позвать свою подружку Настюшку, но она сейчас находится на последнем месяце в ожидании чуда, скажем так, и просто, ну, не стала ее тревожить, потому что буквально вот уже на днях, неизвестно когда, в любой момент это может произойти у нее. Вот. А так просто посижу с мужем, с подружкой, в общем, такой вот будет очень-очень скромный вечер у меня. Что касаемо моего настроение, вообще настроение, конечно же, хорошее, потому что хоть я и не люблю день рождения, потому что ты становишься старше еще на целый год, но настроение, тем не менее, у меня хорошее, нормальное, то есть все хорошо, надо радоваться. Ну и что, что ты стала старше на год, зато именно в этот день ты родился на свет. Вот, конечно же, 25. 25, я на этот возраст я себя ни в коем случае не ощущаю. Ощущаю я себя лет на 18. 25 мне казалось такой, какой-то далекой цифрой, что так не скоро со мной это произойдет, но это произошло, да, сегодня мне 25 лет, вот, но не будем о грустном. То есть, в принципе, не то чтобы это грустно, это еще такой небольшой возраст, то есть еще вся жизнь впереди. Надеюсь, что все у меня будет хорошо, и всем вам тоже желаю всего хорошего. У кого тоже было день рождения недавно или скоро будет, тоже вас заранее всех поздравляю с этим праздником. Очень-очень хороший праздник, вот. Такие дела. Так как я праздную дома, я особо не наряжалась, разумеется. Ну вот, кроме прически, да, такую сделала прическу, макияжик там, хотя он уже немножечко расплылся, так как уже с утра его сделала. Вот, а платьишко у меня самое обычное, вот такое вот. В принципе, это платье я ношу и в повседневной жизни, но вот решила его надеть. Оно такое полупоседневное, полупраздничное, ну, такое достаточно уютное для дома, в принципе, господи, какая разница. Вот. Сейчас вам, наверное, покажу, какой будет стол. И сейчас, вот только сейчас звонил курьер и привезли мне роллы. Вот там пошли уже открывать. Так что роллы это будет самое главное украшение стола. Привезли роллы, оказалось их как-то на вид меньше, чем я думала. На картинке это смотрелось очень таким огромным сетом. Ну, не знаю, может быть, так кажется. Вот будем кушать, в принципе, на четверых. Я надеюсь, то, что этого будет достаточно. Ну, если нет, то закажем еще, ничего страшного. Вот такие роллы. Надеюсь, будут вкусные. Такой сет я еще не заказывала. Вот, кстати, в Инстаграм показывала вам вот эту свечку. Очень-очень она классная, она меняет цвет. Мне она очень понравилась и решила ее сейчас зажечь. Мне кажется, так неплохо она смотрится на подоконнике. Очень-очень так симпатично. Ну вот уже Наташа пришла, что-то сидит, не хочет. Я ей говорю, давай, может быть, ты что-то скажешь на видео, она не хочет. Что ж ты, Наташа, тебе паник блогерский нрав? Почему так? Нет, просто Он я устала после рабочей судорожно недели. ищет поздравления. Нет, я сообщение смотрю, там не прислали меня с работы. Потому что я только работа, 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 дом, и больше ничего. Все. Работа для меня превыше всего. Сейчас готовлюсь к новогодним утренникам. Вот. Понятно. Все, ладно, врубай, хватит. Надо... Лучше сфотографируемся, Катя. Давай лучше сфотографируемся. Нет, так это вообще классно. видео. Да зачем видео снимать? Давай так как-нибудь. Вот еще пришли. Я готовлю сейчас сюрприз. Катюша, пожалуйста. Только не смотри. Дело в том, что у меня сюрприз, сейчас он должен быть на сюрпризом. ноутбуке нету интернета. Это из-за тех проблем с интернетом, вернее, с Wi-Fi, которые я вам говорила. Так я и не решила эту проблему, но в ближайшее время, после дня рождения, обязательно решу эту проблему. Что-то как-то Wi-Fi перестал дома работать. Вот Наташа сидит за обычным компьютером, что-то там пытается сделать. Я даже не знаю, что, чтобы это могло быть. Сюрприз! Ну ладно, давай. Жалко, что это не работает. Ну вот мой и сюрприз.
Ты сказала, что это не сюрприз, ты просто так сделала. Ну, а ты разница. Ну, реклама. А это можно остановить и снимать? Можно было полностью выбрать фото. Очень подходит. Все нормально. А это фотка до нашего дня рождения. Ай, ну все, спасибо. Пожалуйста. Мне очень понравилось. Спасибо. Пожалуйста. Наташа. На видео. Ты не хочешь сняться? Наташка пьет сок, ничего не подумайте. Девчонки, ну вот и все, закончился мой праздник, скажем так, празднование, закончился день рождения, в принципе, на этом и будет заканчиваться мой день рождественский, если можно так сказать, влог, вот, в принципе, как я и говорила, это будет влог моего дня рождения, как я его провела, что я делала, как вы сами видели, ну, как бы, как мне кажется, ничего интересного, в принципе, я сама так хотела, не хотела никуда идти там что-то отмечать прям так грандиозно, ну, неплохо так посидели в маленькой дружеской компании, все было хорошо. Вот, и на этом я буду заканчивать свой влог, надеюсь, то, что он вам, ну, хотя бы немножко понравился, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, мне, как всегда, будет очень интересно их почитать, вот, ну, а я с вами прощаюсь на этой ноте, большое спасибо, что посмотрели мое видео, и всем всего самого-самого хорошего, и всем пока, и спасибо всем моим подписчикам за поздравления. Девчонки, вот хочу вам показать мои подарочки. Вот так все выглядит. Потом, наверное, я сниму отдельное видео, подробнее расскажу о своих подарках. Вот она, моя новая камера. Так, вот такое вот замечательное колечко от Пандоры, которое я очень-очень хотела в виде вот этой короны. Очень оно красивое. В общем, такие подарочки.